приветствую. На обзоре EDC-шник нужен такой от фирмы Kaiser. Модель называется KESMAG A1. Вот такой, я бы сказал, EDC. Очень интересная модель. Дизайнерская. Дизайн. Здесь они указали. Kim and Asa. И тут указана модель. И дизайн. Вот такой интересная форма лезвия. Обозначение фирмы Kaiser. И обозначение номер модели и сталь. VG10. Сталь японская VG10. Очень хорошо, я бы сказал, идеально сделано. Так, начнем, наверное, с лезвия. Почти все уже показал. Kaiser VG10, KESMAG модель, Kim and Asa дизайн. Вот такое большое отверстие для удобства открытия. Ну и одновременно немножко для облегчения. Лезвие достаточно большое, спуски прямые, ровные, симметричные. Небольшое такое полукруглое фальш-лезвие. Насечки на обухе, на самом лезвии и на рукояти достаточно удобные. Лайнер лок заходит в самое начало клинка, меньше половины захвата, запас очень большой. Так, по рукояти уже пройдемся, раз уже зашли. G10 рукоять обработана 3D, выфрезерована для удобства хорошей посадки руки, кстати, достаточно удобно. Спейсер тоже G10, только синий. Клипса хорошая, отлично пружинит, переставляется в две стороны, можно на правую и на левую руку переставить. Крепится на двух винтах плюс осевой третий. Лайнеры, два металлических лайнера, один держит, они притоплены, выфрезерованы, утоплены, G10 спрятаны. Жесткость очень хорошая, держит очень хорошо, все симметрично, что заточка, что спуски, все идеально практически сделано. Здесь прокладки, здесь не стоит подшипника, держит очень хорошо, открывается легко, закрывается аналогично легко, люфтов по мини никаких, ничего. Все практически идеально, удобно. В хвате очень такой комфортный нож, удобен и классическим, и так, и сяк. Обратный хват тоже очень удобен, хороший, да я бы сказал, идеальный нож. Для EDC потребностей такой средний, даже я бы сказал, достаточно большой EDC-шник, чуть больше среднего, не самый большой. Удобный, хороший, отличный нож. Сталь, повторюсь, VG10, толщина клинка 3,2 мм по обуху, сведено в 0,5 мм. Вес ножа 138 грамм, кстати, такой средний вес, не самый легкий, но я бы не сказал, что он тяжелый. По габаритам ножа 205, практически 206 мм общая длина ножа. Длина лезвия 9 сантиметров, если брать рабочую режущую кромку, чуть больше, 9,2-9,3, будем считать, что 9,2 сантиметра. Такой средний EDC-шник в идеальном практически исполнении, очень комфортный, удобный,
хвате практически любом. И с японской сталью ВГ-10 от фирмы Кайзер. Очень хорошая вещь. Рекомендую.